Пока старшеклассники сдают ЕГЭ, ученики младших классов сдают свой экзамен – умение преодолевать трудности и выживать в условиях автономного существования. В поселок Монино на туристский слет приехало почти 300 школьников. В живописном месте на берегу озера Ладаново участники проведут 5 дней. На открытии слета слова напутствия прозвучали от районных властей. Мне очень хочется, чтобы вы здесь провели эти дни туристического слета с пользой для себя, чтобы здесь победил сильнейший. Но самое главное, чтобы вы все здесь вместе подружились. Сегодня открывается детский туристический слет школьников Щелковского муниципального района и не только. Сегодня заезжает около 300 ребят в лагерь «Юноармеец». Завтра около 150 ребят заезжает в лагерь «Лесная сказка». И лето по-настоящему начинает быть активным для наших ребят Щелковского муниципального района. То, что вы друг у друга учитесь, то, что вы друг у друга перенимаете опыт, то, что есть возможность найти новых друзей, это прекрасно. Проявить себя участники смогут в 7 видах программ. Их ждет ориентирование на местности, краеведческие и экологические маршруты, научные викторины и игры, мастер-классы и, конечно же, вечера у костра. Оценивать юных туристов будут также по организации быта. Испытывать себя на прочность приехало 20 команд из разных школ Щелковского района. Им можно только позавидовать. Сейчас все только начинается. Но каждый из них уже знает, что с пустыми руками никто отсюда не уедет. Просьба, как по мне, лучше главное это... Дружно дружить и победа, наверное. Страшно немного, но у нас дружная команда, вот поэтому все вежливо общаемся между собой. В Монинском небе появятся новые самолеты. Уже с первого дня школьники пытаются обуздать воздушную стихию. Для этого они собственноручно изготавливают модели планеров из потолочных плит и затем массово запустят их в небо. Здесь, на слете, они приобретут новые знания и опыт, новых друзей и возможность саморазвития. Им предстоит пройти нелегкий маршрут, но именно в таких условиях человек и раскрывается. Марина Позднякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».